Каждый праздник сотрудники ГИМС патрулируют Онежскую набережную. Хотя сегодня погода не задалась и отдыхающих не так много, они в любую минуту могут прийти на помощь. Пираты на неизвестных кораблях не нарушат спокойствие отдыхающих горожан, шутят инспекторы Федор Козинов и Константин Устинов. Именно они обеспечивают безопасность в губе Онеги. На своем любимце катере «Кальмар» они спешат к плавучим гостям праздника. Если у тех нет права пребывания в водах этого района, штрафы неизбежны. Сотрудники госинспекции маломерных судов рассказывают, в празднике частенько приходится усмирять и желающих нырнуть в воду прямо с пристани. Бывает, иной раз искупаться вот прямо с этого места, куда мы подходим. Тут есть ребята, которые выпившие, употребили спиртные напитки, но при нас подходят, спрашивают, можно искупаться, мы запрещаем это дело и уходят. Более 15 лет каждую неделю совершаются рейды от Ленинградской области до острова Кижи. Порой трое суток проводят инспекторы на Онежском озере. Суровость нашего водоема известна, ошибок не прощает. Так на прошлой неделе в открытое Онега унесло моторную лодку, двигатель заглох и рядом никого. Спасатели поспели вовремя. Без происшествий прошел и День Республики. Желающих искупаться в холодной воде или прокатиться с ветерком на катерах не нашлось. Анастасия Сало, Роман Савич, Вести Карелия, Петрозаводск.